«Куда ты собрался?» – спросил Громозек у своего друга. Селезнев рассказал о том, что будет ловить животных для зоопарка. «Я дам тебе хороший совет», – сказал Громозека. «Недалеко отсюда есть планета трех капитанов. На этой планете есть музей этих капитанов. Директор музея – доктор Верховцев, мой большой друг. Если вы передадите ему привет от Громозеки, он обязательно покажет вам дневники капитанов. В этих дневниках рассказано о чудесных зверях, которых капитаны встречали на далеких планетах». В это время подошел робот-официант. «Нам один салат и 400 капель валерьянки», — сказал Громозека. Через минуту робот вернулся. «Ваши заказы». «Но я же просил 400 капель, а тут 402. «Нет, у нас все точно», — ответил ему робот. «Эх! О, доктор Верховцев! Доктор Верховцев! Куда же вы?» Верховцев почему-то убежал. «Ну почему он убежал?» — сказал Громозек. «Наверное, ты перепутал его с кем-то», — ответил ему Селезнев. «Эх, вот что значит две лишних капли валерьянки!» Пегас отправился на планету трех капитанов. Доктор Верховцев встретил звероловов у памятника Киму и Бурану. «Что вас интересует? Может быть, чаю?» — спросил Верховцев. «Нет, нас интересуют дневники капитанов», — сказала Алиса. «Какие дневники?» — удивился Верховцев. «У меня нет никаких дневников. Я ничего не знаю. Я никуда не летаю. Летите на планету Блук. Там рынок животных. А сейчас уходите». «Что-то тут нечисто», — сказал Зеленый, когда они вернулись к Пегасу. «Попомните мое слово». Пегас прилетел на планету Блук. Селезнев с Алисой пошли на базар пешком, а Зеленый остался на корабле, потому что собирался проверить двигатели. Вдруг к ним бросилось странное существо. Это был пушистый шар, который бегал на палочках, как будто на паучьих ножках. Через некоторое время за шариком приползла гусеница. «Что это такое?» — спросил Селезнев у гусеницы. «Это индикатор», — ответила она. «Он меняет цвет в зависимости от настроения». «И сколько стоит такой смешной зверек?» — спросил Селезнев. «Мне придется подарить его вам», — ответила ему гусеница, показывая на индикатор. «Видите, ему очень нравится Алиса». Вдруг Алисе на плечо села птица. «Это же птица-говорун! Такая сидела на плече у капитана Кима. Можно взять ее с собой?» «Ну, если ты хочешь, то можно», — ответил ей Селезнев. У выхода с рынка им встретился толстяк в черной одежде. Он сладко улыбнулся и спросил: «Что это вы купили?» «Это говорун», — ответила Алиса. «И, может быть, последний во вселенной?» Вдруг птица заговорила не своим голосом. «Я жду тебя, Буран. Мне нужна твоя помощь. Я на третьей планете в системе Медуза». «Ой!» — удивился толстяк. «Что хочет сказать эта птица? Отдайте мне ее! Отдайте! Я заплачу сколько угодно! Хотите мешок золота?» «Нам ничего не нужно», — сказала Алиса. «Дайте нам пройти». Пегас немедленно отправился на третью планету в надежде найти капитана Кима. Алиса пошла гулять по планете и вскоре нашла зеркальные цветы. Они ей очень понравились, и она решила позвать профессора и Зеленого посмотреть на них. Алиса рассказала о поляне. «Замечательно», — сказал профессор Селезнев. «Я предлагаю немедленно перелететь на поляну зеркальных цветов». «Поляна как поляна», — сказал Зеленый. Но все же он послушался Селезнева и перевел Пегас на поляну зеркальных цветов. Но в тот момент, когда корабль коснулся травы, поляна провалилась вниз, и Пегас рухнул в подземелье. Вокруг было тихо и темно. Алиса включила фонарик и осветила подземелье. Вдруг включился свет.
Неожиданно для всех раздался голос. «Не с места! Вы в плену!» Это был толстяк и доктор Верховцев. «Держи их! Лови! Стой! Не уйдешь!» — кричала Алиса. Она набросилась на толстяка. К счастью, на подмогу прибыл капитан Буран. Толстяка и Верховцева схватили и связали. А капитана Кима нашли и освободили.